Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и в сегодняшнем видео будем говорить о танках, которые отличаются. Отличаются абсолютно полностью всем, и если мы все считаем, что могильщик имеет какую-то странную внешность, что Ликан абсолютно ни на кого не похож и является абсолютно уникальной машиной у нас конкретно в игре, то, ребят, бывают такие игры, в которых танки все уникальные и все имеют какой-то абсолютно нестандартный вид. Внимание, знакомьтесь, танки онлайн, так называемая альтернатива нашим танкам. Есть еще ряд игр, которые безусловно похожи на нашу игру, и мы потихонечку начинаем искать альтернативу тогда, когда наши нам немножко поднадоедает. Понятное дело, что играть постоянно в одну и ту же игру становится порой, ну, немножко скучноватым, хочется куда-нибудь отвлечься. И вот в свое время для меня танки онлайн стали такой игрой. Я дослужился в этой игре, а тут огромное количество званий, игра построена абсолютно не по тому принципу, как у нас есть 10 уровней танков, плюс есть премиумные коллекционные машины на соответствующем уровне. Здесь же в игре вы развиваете отдельно башню, отдельно пушку, отдельно какие-то там навыки и понты. Короче, развиваетесь в разных направлениях, и здесь есть огромное количество званий, которые зависят от того, сколько боев и с какими результатами вы отыграли, и все это суммируется. Так вот, для понимающих, в этой игре я дослужился до звания генералиссимуса. Это было действительно очень круто, и тогда еще вот этого звания легенда не существовало. Его добавили потом, когда много игроков дошло до звания генералиссимус. Ладно, это маленькое отступление. Я не играл в эту игру, но по моим подсчетам, наверное, лет 6 уже. Я просто не заходил в нее, и, к сожалению, единственный аккаунт, который я реально смог открыть, вспомнить от него там пароли, как он называется, это есть вот этот АК, на котором звание у меня бригадира. Так, возвращаемся, смотрим ради интереса. Who is бригадир? Это вот здесь вот. Короче говоря, ну, тут еще до генералиссимуса было пахать и пахать, но огромное количество званий было уже пройдено. От своего основного аккаунта, к сожалению, я парольчик не подобрал. Что касается самой игры, то здесь, ну, реально какая-то чудосия. Все машины отличаются друг от друга каким-то странным внешним видом. Все какие-то нестандартные абсолютно. Нет вообще ничего схожего с нашей игрой. Некоторые вроде бы пушки где-то как-то повторяются. Там, по-моему, вот этот гром, он просто снарядами стреляет. Тут есть Изида, которая высасывает силы из ваших соперников, либо добавляет хпшки вашим союзникам. Есть фриз, который замораживает, если я правильно помню. Есть огнемет, который жжет всех пламенем. Есть смоки, но я не помню, что он там делает. По-моему, просто стреляет, какая-то такая слабенькая пушечка. Подобавляли кучу всего, чего я реально не застал. Я помню, что я любил брать вот этот вот корпус, брать вот этого вот, как он там, шафт, это типа снайперка такая себе в игре, и заходить на ней в бой. Сейчас попробуем это сделать. Ребят, 6 лет не играл в эту игру, и это видео абсолютно не реклама танкам онлайн. Это просто констатация факта того, что есть такая игра, альтернатива. Вау, тут еще и подобавляли быстрый бой, режимы. Ну, наверное, быстрый бой, правильно, ребят? Че там... Времени-то у нас не так уж и много. Поиск битвы. Раньше было все проще. Раньше ты просто нажимал там, и у тебя выпадал список битв, которые сейчас происходят. Заходил туда, если у тебя было свободное место там, в одну из команд, и там воевал. Некоторые бои длились по 6-8 часов, ребят, и при этом всем... Боже мой, как все неудобно. И при этом всем... Мы играли по 6-8 часов, и у нас в игре есть совзводные, в этой игре совзводных нет. Но ты можешь со своим дружбаном... Кстати, управление мышью здесь нет в игре, ребят. Поэтому будьте готовы к тому, что если вдруг захотите попробовать, это вам не то же самое. Вот эта точка, это прицел. Вот единственное, что башня вправо-влево поворачивается отдельными клавишами. Блин, капец, как неудобно. Выстрел, если я не ошибаюсь, это был пробел всегда. Но, по-моему, можно было поменять. Так, смотрим. Ай-яй-яй-яй-яй, что делать, что делать? Так, целимся в него. О, просто капец. Я реально пока ничего не понимаю, что происходит. Помню только, что мы в свое время с моим напарником, я бы так его назвал, играли по 6-8 часов один бой. И было такое, что я его кормил, реально кормил его с ложки, потому что у меня был перерыв, а у него перерыва не было. И ему надо было доигрывать. Если ты не играешь там какое-то время, минуту или две, ты в бою бездействуешь, то тебя тупо выбрасывает из боя, обнуляются твои результаты. Ну и представьте себе, вы проиграли там
8 часов и выйти из боя, ничего не вынеся оттуда, ну, понятное дело, очень грустно. Поэтому приходилось, да, ребят, кормить его реально с ложечки, потому что кушатки сильно хотелось. Так, блин, ну, ребят, ну, серьезно, я вот вообще не понимаю, что происходит, что это за чума. Какие-то контейнеры падают с неба на каких-то парашютах. Я не понимаю, кто куда едет, кто чем занимается. Я реально даже не понимаю, что мне делать надо. Я в плюс-минус понимаю, что мне надо в кого-то стрелять. Это я понял. А как снять прицел? Ну, меньше, как сделать? Так, я почти в него попал. Зато в меня попали четко. Блин, реально бред. Такой, это вообще летающая фигня какая-то. Вы знаете, ребят, альтернатива это, конечно, не назовешь абсолютно. Если в нашей игре ты, ну, как-то понимаешь тактику какую-то там, стратегию, если как-то вырисовывается в команде какое-то взаимное понимание, кто куда едет, то мне кажется, что здесь едут все, кто куда не лень. Собирают какие-то контейнеры, непонятно зачем, куда их применять. Ну, хорошо. А, у меня перезарядка. Так, сейчас я... Сейчас, секунду. Так, давай. Ну. Я даже в него попал. Я ему урон нанес. Нифига себе. Дроны какие-то летают. Я путаюсь в управлении. Да мне бы хоть понять, что делать надо, ёкарный ты бабай. Я еще и медленный, капец. Не, ну, мамонт, он всегда был медленным, это я точно помню. Но раньше на шафте, на этом, с мамонтом корпусом, ты становился себе спокойно, стоял, отстреливал. Что это было? Кто? Как тут от башни вообще отыгрывать можно, нельзя, или здесь вообще нет... По-моему, здесь понятия брони в принципе нет в игре. Здесь, по-моему, просто заряд ХП у тебя есть. И он зависит от того, на каком корпусе ты играешь. Так, если я правильно помню, то Escape, да. Можно выйти в гараж на пару секунд для того, чтобы что-то заменить. Я хочу попробовать летающую вот эту штуку. А, ее купить надо, у меня не за что. А, у меня есть за что? Так, ну ладно, хорошо, окей, покупаем. У меня там, оказывается, еще и кристаллы какие-то были. И наверное, имеет... смысл пушку поменять. Что такое гаусс? Вот это я знаю, типа артиллерия в игре. Вот это страйкер. Рикошет. Рикошета помню. Рикошет, да, стреляет огненными шарами, если я не ошибаюсь. Ну и что? Что такое? Бум. Что так? Почему? Все нормально, я здесь. Кто меня завалил? Или это так просто, типа, чтобы было? О, какая штука, вообще бомбей! Кто там хает что-то в нашей игре? А вправо-влево, ребят, тут вообще, короче, нет. Или я не понимаю, как это... Что... А как они... Как они ездят вообще? А, вы поняли? То есть, получается, в целом ты не можешь управлять вправо-влево. Единственное, чем ты можешь управлять вправо-влево, это, походу, вот этой пушкой. Ой, в смысле, вот этим танком, который... левитирует в воздухе. Ребят, напишите свое мнение по поводу того, насколько данная игра является альтернативой нашим, ребят, любимым Блицу. Танкам Блиц, либо вот Блиц, не имеет значения. Игра-то, в принципе, та же самая. Ну, реально, я сейчас альтернативы вообще никакой не ощущаю. Может, чисто зайти там, ну, дурью какой-то помаяться. Единственное, что радует, ребят, что в эту игру можно играть, не устанавливая ее на... Блин, да как же ж на тебе летать-то в конце концов? Как они меня находят и убивают, я не понимаю! Не, ребят, серьезно, это, короче, выше моего понимания. Может, мы когда-нибудь вернемся еще к этому вопросу, но, по-моему, на сегодня с меня реально хватит. Друзья мои, пишите в комментариях, какие альтернативы нашей с вами игре вы знаете. Обязательно делитесь своим мнением, что еще стоит попробовать, если вдруг все КБЗ и БЗ ты уже выполнил и хочется немножечко отвлечься на что-нибудь другое. Я лучше возьму Т-77 и пойду на нем пострадаю, чем продолжу играть вот в это вот. Ну, как-то так, ребят, пишите свои мнения в комментариях, жду вас всех на канале. Подписывайтесь на канал, если вы за фановое видео, а не только за обычные обзоры.
пускай даже качественные и честные, на технику и танки у нас в игре. Наша игра все-таки, ребят, продолжает для меня быть лучшей. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!